Ой, Александрович, сейчас быстренько, чтобы я денег. Татьяна! А? Председатель дома? Да с вечера на охоту с Пашкой ушел. Вот, нашел время на охоту ходить. А что случилось? Ничего. Собралась, про колхоз орут. Из города Самсонов приезжает. Ну, толковать будет совсем. Ну и пускай толкуют. Но как это пускай? Без председателя. Они таких делов могут натяпать без Трофима, что и не расхлебают. Председатель. Ой-ой, трошка. Что трошка? Нынче первый гражданин на селе сход, собрание выбирала. Выбирал. Так скоро придет? Хотел рано. Завтра в поле ехать, а у нас барана не исправлена. Начал чинить, бросил. На охоту вот взялся. А вы что, подождете тут, что ли? Или их к столу подавать как? Да надо дело делать, сидеть-то некогда. Какое ты теперь дело будешь делать, если председателя нет? Аж ноги зарубили, ходим же с вами. От арсильных жиль, от жильных башков. Хорошо, к Татьевке Саковой избавились, мои-то и меньше. Папань, ну, домой не птицу, аль на муку меня? Да не знаю я. Боевые! С добычей! И как тройку взяли на одно ружья-то? На одно ружье. А что ж, я, выходит, отсиживался? Спал, папань? А мы к тебе, Трофим Сергеевич. Да, к тебе. Тебе, к тебе, председатель, из города Самсонов приезжает. Ну, обдумать надо. Обдумать можно. А ты не торопись. Дело бегу не любит. Ходи. Татьяна, снаряди стол. Разговор будет. Да чего дать-то? Нету ничего. У нас возьмешь, скажи матери, я велел. Ну ладно. Ай, ты милай. Ну где? А, вот это внучек, вот это Пашка Морозов. Это знай наших. Один стрельнул. Один. Как рассвело, слыхал я, как он поет. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Я к нему скок. Он замолчит, я стою. Он запоет, я к нему. Потом выждал песню. Прицелился. Трах! Вот этого. А за этими он 3 часа ходил. 3 часа гонял, онемело все. Да уж, что тебе в голову взбредет, колом не вышибешь. Папа? Упрям. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте. Здравствуйте, Павлик. Отец дома? Дома. Позови его, скажи, что он мне нужен по делу. Алешка! Алло, Попов! Алло, че, позови отца. Здравствуйте, Алеся. Здравствуй, Павлик. А что это в школу привезли, Зоя Александровна? Ну, Павлик, это целое богатство. Книги, журналы, балалайка. Вот даже горн есть, все будут довольны. Вот здорово. Пойдем скорее в школу. Вот сейчас поговорю с отцом и пойдем. Ученик-то ваш. А? Видали? Да тут целое собрание. Здравствуйте. Здравствуйте. Собрание, не собрание, Зоя Александровна. А вот действительно собрались посмотреть. Ученик-то ваш, а? Да. Ну, мы пойдем. Пойдем. Посмотрели пташек. И довольно. Довольно. Павлик, скажи, а кто из ребят в отряд записался? Лиза отказывается. Говорит, мать наказала, если запишется в пионерке, то и домой пусть не приходит. Так и думала. Где ж Трофим Сергеевич? Лизина мать говорит, пионеров собаки будут кусать, а на том свете их посадят в котел с огненной смолой. И ребята верят? Нет.
Боятся все же некоторые. Попробуй, ослушайся. А ты, Павлик? Заждались с охоты только. Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Здравствуйте. Все о ребятушках хлопочете. Любят они вас. И вы, похоже, тоже их любите. Ну, как же, конечно. Совсем не тяжелые. Я отнесу. Дома дело есть. Борону дочини. Я был в школу, помочь. Успеешь. Так вот, Трофим Сергеевич, я сейчас была на почте, письмо получила. Завтра Самсонов приедет. Завтра приедет? Да. Это хорошо. Да, я так рада. Да, вот, обязательно прочтите. Вот, по всей стране сейчас идет гигантская работа. Вот, вот, по Российской Федерации. Видите, разговоров у нас много, а дело, ну, да вы сами знаете. Ведь по нашему времени теперь без колхоза нельзя. Только ведь ответа более много. Ну, конечно. Так вы завтра утром никуда не едете? Никуда. Хорошо, я вас буду ждать с утра. Мы до приезда Самсонова соберем с вами бедняков, середняков. Ничего, мы найдем, чем осадить кулаков. Все помогут. Вот и Павлик. Павлик, помощник. Будешь помогать? А чем? Ну, всем найдется работа. Буду. Ну, освободишься, беги в школу. Хорошо. До свидания. До свидания. Пойдем, Олег. Я помогу, Олег. Помощник. Помогал таракан деду лапти плести. Пока борону не дочинишь, сиди тут, а, слышишь? Слышу. Здорово, папа. Здорово. Трех не хватает. Ага. Отцу сказал. А что говорить? Ну, что, пионер записался? Нет еще. А Зоя Александровна вчера с Катькой галстуки шили. На праздник раздадут. Сказать еще одну вещь? Тебя хотят председателем сделать, как отец будет. Сказал тоже. Вот ты крест, сам слыхал. Тут эту борону чинить до вечера не управишься. А я на что? Давай помогу. Давай. Куды, Трофим? На куды кину гору? Мышей ловить да тебя кормить. Чего нос суешь? Чего? От училки научилась. Она с людьми поговорить не дает. На дом ходить повадилась. Во, как! Трофим, Трофимушка, дочини борну-то. Башка дочинит. Трофим, ведь завтра в поле надо. Ну, ладно. Светись кострами синие ночи, мы пионеры. Хозяин в доме, а за мужицкое дело мне надо браться. Ничего, справимся, мам. Да, хороший хозяин, только мало с подрасти не мешался. Ребята, вы знаете, что вы так вот все не меняете, а только чуть-чуть, только чтобы гнездок держались. Ага. Да и не пораньтесь, Павлуша, осторожно. Нет. Смотри, я ж... Нечто забыли? Чего, Бах? Чего, чего, дни-то какие, страстная неделя молиться, надо бы беса тешить. Что для вас жизнь-то всегда праздник, что ли? Праздник не праздник, а попеть мы любим. И что, зубы скалишь? Над бабушкой смеешься? Что ты, Бах, нисколько не смеюсь. Погоди, я вот отцу скажу, он тебе спину-то выстегает. Кого это? Не дам в обиду, четыре за горючкой. Тебе еще тут не хватало, греховодник. Налил зенки-то. Пропади ты пропотом. Старушка божья, вроде бабы еди. Дядя Вань. Дядя Вань, а ты никак опять трезвый. Кто? Я? Да никогда. Занимай
территорию. Дядя Вань, а что это ты всегда вот кричишь? Эх, занимай территорию. А это когда с Колчаком воевали, так бывало, как нажмем на Беляков. Занимай территорию. Да я тебе расскажу не раз. Да, по делам бы ты у нас на первом месте должен сидеть. Эх, не говори. Скрути, хлопчик, самокрутку, а я послюню. Дай топор. На. Про тебя говорят, что ты в бутылке утонул. Верно, утонул. Пью, пока мне приюту нету, четыре закалючки. Становь все обратно. И стаканы обратно. Меня почет собрался. Кого ждешь? А тебе чего? С утра с ноги на ногу переминаешься. Ждешь, поднесу? Трофим, ну что ты в самом деле? Не сдеваешь человека, коль тебя не сдеваешь. Знаю я его. Смутьяном. Пашке голову бреднями забивает. Вот это посередине. Я сейчас обернусь. Да, одурел совсем. У него от почета совсем голова закружилась. Эх, дед мой лебедок, 18-й годок. А ты вот что, поговорила бы с ним? Но не с Арсением дела какие-то завелись. Все шепчутся, шепчутся. Да, Арсений человек серьезный, да. Ой, боюсь я, Ваня, сгубят они мужика. Поговорить надо. Да не, что он послушает меня. Он для всех послушный, кроме своей семьи. Проходите, проходите. Проходите вот сюда, я сейчас папаню кликну. Папаня! Папаня! А до сего времени шумя. Дали волю. Эх! Не нравится мне эта жизнь сверху донизу. Так бы колом пришиб все ваши теперешние порядки. Не поймешь ничего, туман. Прежде как, в своей избе я царь. На огороде царь. На своей полосе царь. А ныне хотят, чтобы я из-под чужой руки глядел. И ты, Ванюш, садись. Садись вот прямо сюда. Садись. И ты тут, как тут, красный кочек. Ну что ж, политику под стол, водку на стол. Он когда с Колчаком воевал, то ему не только руку покалечило, но и голову снесло. А это что у меня, один? А, не голова? Чурбан, чтобы шапку надевал. Почему так? Я тебе на медне что говорил? Кричи, не желаем колхозу. А я нечто не кричал. Кричал. Колхоз нам позарез. Колхоз все имущество отдай. Не бойся, с твоим имуществом не расстанешься. Блоха да деревяшка. Эх, занимай территорию. Алёй, Трофим. Алё. Да не веселая. Сюда они гуляют. Черная немец на вас. Все они гулимные, да добра не доведут. Не каркай! Маша, не беспокойся, вопрос исчерпан. Вот, празднуем и конец. Твой сынок-то председателем стал, это думать надо. Пора бы опомниться. Второй месяц как выбрали, а который раз гуляете. На что это похоже? Сами работу бросили и парня за собой таскаете. Я Данилка! Данилка, подь сюда! Тут я. Вот он! Где я тут, Данилка? Я пью, и Данилка пьет. На! Эх, занимай территорию. Дохся! Не поина, не кормлена. Данил, а что напоил лошадь-то бы? Не смей, Данилка! Данилка, бери!
заболела у Ванюши голова. Ой, жги, ой, жги, говори, заболела у Ванюши голова. Как в околе-то погодушка шумит, а у Машеньки головушка болит. Ой, жги, ой, жги, говори, а у Машеньки головушка болит. Ой, жги. Сердитая мамаша встала, а не возьмет толк. От какой беды мы избавились? Теперь мы все можем. Мой трошка самый главный. Из грязи вылез в князи. Да, небось, хорош князь. Пиджак ли он, рубах или дыра на дыре? А это теперь, пустяк. Председатель, ежели с умом, разбогатеть может в один год. Да что ты говоришь, Арсений? Ну, мы теперь сами власть, все в наших руках, вся жизнь. Село Герасимовка и 30 деревень. Что, понимать надо? 30 деревень. Играй, Данилка, веселее, я притомился. Гулять так гулять, не звоните. Наша веселая Данилка. По первой попорошей шел мальчик хороший, он своею шел тропою чужим огородом. Набирал он белого снега, бросал кидал девицу, и шути белый кудрявый, мне теперь не время. Трофим Сергеевич, председатель, что тебе? Я к тебе. Что? Самсонов из города приехал. Сидит, дожидается. Меня за тобой послал. Приехал? Откуда взялся? Он же завтра подписал быть. Да, завтра. Ждет. Во! Во! Видали? Видали? Во! Кто в школе был, всем дали. Во! Во! А ну, пока. Пока. Дай сюда. Александр мне обещал, дай! Ну дайте говорят! Скотина, скотина на одной ноге! На одной ноге! Скотина задам! Скотина на одной ноге задам! Ну что, не подходи! Не подходи, говорю! Не подходи! Не балуй! Не подходи! Тряп сейчас! Не подходи! Мало еще подходи, говорю! Не балуй! Подумаешь, у тебя дорос трех бухарей, убил начальника и сюда порой! Не подходи, говорю! Не розыски! Дай уж я! Дай уж я! О! Разошлись! Мам! А? Мам, смотри! Мне это! Видишь, написано? Мне. Написано? Видал. Подожди, я вырасту тебе на мнубака. А что я? Не вырасту, что ли? А то вырасту. Ну, давайте, ребят, переставайте-ка, а то вот я вот сейчас обои садись за стул есть. Они А Пашку пионеры приняли. Что? Да ты врешь. Ей-богу, в школе сказали. Павлуша, это правда? Правда, мам. Да что ты? Как же это так? Что ж теперь будет-то? А как же отцу-то? Отцу не сказал. Ой, господи. Горе горькое. Вот живут, и с одного бог поджаривают, с другого морозом морозят. Ну, будет тебе, мам. Ой, Павлик, только отцу не говори. Милок, убьет он тебя, убьет. Да, ой. Принимай территорию. Отсиделся. О чем и говорить-то при вас? Голосом ослаб.
Спросил бы у Арсения. Калуханов знает, что сказать. О, Калуханов. А ты бы вот что, что бы тебе присоветовать? Подали от них. А я с ним и не поехал. Самсона он-то. Он по деревням он поехал. Не о нем я. Эй, не вразумишь тебя? Алешка! О, чего? Подай умыться. Папа, а тебе может слить? Давай. Давай, лей. Ах, хорошо. Давай еще. Давай, утирку. Голова болит. Трещит по всем швам. Ой, трещит. Ты чего смотришь? Папаня, папаня. А? Ты только на Пашку не серчай. Не он ведь один, папаня. Рубаху подай! Ну ты, папаня, я из тебя пионерский дух вышел. А Маньку не трогай. Что? Отца вздумал учить. Я не учу, но Маньку не трогай. Батюшки, обжегся. Что ж ты наделал, Трофим? Ты посмотри, все плечо обвалено. Он будет знать, как своевольничать. Ой, батюшки, запрягай лошадь, так что бельмо ты вытащил. В больницу надо везти. Обойдется и так. Ух, черт! За что бил? Иди, мать, для дела. С пьяну дела не делаются. Сбились, как слепые ходите. Ничего, ничего, ты нужно терпеть, не знаешь. Чего пройдет? Пройдет, как сейчас бабку. Отец побьет, не беда. Не беда. Как в Божьем законе-то сказано. Сокрушайте ребра детям вашим, чтоб покоили вас на старости. Ой, да будет вам, маменька, ведь и без вас тоже. Ну лучше скажите, чего ж делать-то надо? В больницу, что ли, везти? Зачем в больницу? Тащи капусту скорей. Капусты. Капусту приложим, все как рукой снимется. Ой, ну-ка покажи, ой. Как вздуло-то! Вот внучек-то у меня хороший, только не слог. Ой, не тронь, больно ведь! Как бы хуже матушка не было. Дай впервой мне! Ну, клади на него кучу. Я не могу. Стой! Стой, сперва на утиральник клади. Да погоди! Я сама. Сыночек, поди. Сейчас. Что у вас тут случилось? Павлик! Да ничего, ничего. Как же ты так оплошал, а? Вот, сейчас приложим, и все как рукой снимется. Ну-ка, отодвиньтесь. Что это? Всем лекарством лекарства. С похмелья ли, голова ли, баба? Да что вы, бабушка, капуста кислая, она все разъест. О, как пришла, сразу всем распорядила. А чего, милок, делать надо? Масло не есть? Не надо в больницу. Давай, давай масло. Так пройдет.
тряпки. Вот, на. Получше, нет у тебя, вот, давай. Да вот, давай, лук, полотенце, вот, что? Давай масло. Давай, тихонько. Ничего, прямо ничего. Ничего, Павлович, ничего. А? Ничего, ничего. Что делать? Ничего, ничего, сейчас в избу надо его. Не давай, надо, Павлик, здесь лучше. Помогу. Не надо здесь. Вот что, я сейчас съезжу в больницу, привезу бинтов, ваты и лекарства. А пока масло прикладывайте. Ладно. Трофим Сергеевич, не на вашей лошади уехал? Нет, я запрягу вас. Пойдем. Идем. Идем, внучек, идем. Эли. Дура! Чужого человека в семейное дело втравила. Пойдем, внучек, идем в дом, отец остыл. Идем. Как же это он так неосторожно, а? Как? Как? Ну, время-то летнее. Вот ребята шацкают то со двора в избу, то из избы во двор. Вот, сам и виноват. А у тебя-то своих нет? Нет. А кем же тебе Самсонов-то доводится? Да что вы! Как ужасно, что мы учли от оторванного от родителей. Вот и поговорить не приходится. Ведь я вас совсем не знаю, Татьяна Семеновна. Не знаю. Сын-то, Паша-то вступил. Ну, это очень хорошо. Вы молодая женщина, вам предрассудки тоже должны казаться чем-то диким. А Павлик, сын такого человека, Трофим Сергеевич на виду. Не виден он никому, кроме своей семьи. Что с вами, Татьяна Семеновна? Да, Паша, я... Здравствуй, Павлик. Здрасте, Зоя Александровна. Ну, легче тебе. Ну, перевязывали, больно было. Как муж кожу меняю. Ах, Зоя Александровна. Завтра сбор, а как же я? Ну, я приду вечером, все тебе расскажу. Ага. Послушайте. Я эту песню тоже умею. Да ну? Весь Советский Союз по радио учили, чтобы все пели. Все выше и выше и выше. Эх, Павлик, хорошие дела у нас начинаются. Выздоравливай. Хватит водку драть! Гостей нашей крови. А, это вы, товарищ Кабин, Пашку пришли навестить. А вы слышите, ребятки поют. Я ему говорю, хватит, ребятушки петь-то, чай устали, пора отдохнуть. Слышала. Только вы будто по-другому сказали. Ослышались, товарищ Калина, ослышались. А вы присаживайтесь, приятным гостям всегда рады. До свидания. Выздоравливай, Павлик, я вечером зайду. Гадюка. Поганой метлой ее из села. Мать где? У бабушки. Пойди, крикни, мать. И вот она идет. Привели скорее избу. А чего это? Али гости придут? Да Самсонов, дьяволово, возьми, припрется. Самсонов опять приехал. У тебя есть чем накормить? Ну, а кроме картошки, да и хлеба и нету ничего. Дьявол! Сбегай к Лукановым, попроси яиц, сало, скажи, да живо стряпай, попроси у них ветчины, скажи, что начальника угостить надо. Ну ладно. Пашка, если тебя Самсонов спросит, как обвалился, скажи, играл, мол, с братом, да нечаянно на щегунок с кипятком налетел. Понял? Да.
Самсонова ждешь? Что ж меня не позвал? Я только сейчас он собрался ко мне прийти. Горячо принялся, как быть-то? Смотри, с кем тебе лучше? Ну, с нами и с колхоза. Ну, сам смотри. Ой, идет. Ушли бы. А, это ты, Иван Иванович. Я, друг, я. Самсонова ждете? Жду. Это хорошо. Потолкуем, значит. О чем толковать-то, оглашенный? А про колхоз-то? Ты это туда же, а? Да в самом этот чертов колхоз! Ну что ты, дед Сергей? В прошлый раз Самсонов поступал, и я так мекаю. Жизнь будет лучше, ежели Самсонов. Колхоз у нас будет, как говорит. Ты что? Очумел? Да что ты, Арсений Иванович, ничего я не очумел. Я всегда говорил, что жить надо не в особице, а суместно. Под общую одеяло захотел. Какое общее одеяло? Что ты? Идет. Ой. Про нас скажешь актив. Так и скажешь. Ага. Вот где живет председатель. Если б не инвалид, пожалуй, не нашел бы. Ну, здравствуйте. Тут-то. Милости прошу к нашему шалашу, к столу пожалуйте. Это не стоит. Давайте так потолкуем, я ненадолго. Это как вам будет угодно, только обидеть можете, брезгуете, да? А здравствуй, Паш, что с тобой, хвораешь? Оплошал парень, заигрался с братом, да и налетел на чугунок с кипятком, обварился. Лечим. На старуху бывает прорука. Ну ничего, ничего, до свадьбы заживет, верно, Паш? А это что, тоже твои, Трофим Сергеевич? Мои. Чем-чем, а сыновьями я богат. Так, Борис, обводи сюда, как звать тебя? Федя. Федя. А тебя Леша, кажется? Лешка. Ну как в школу ходишь уже? Я жил. Пионер? Нет. Вот Пашка у нас пионер. Малец еще. Маленько не хватает, а вот старшенький-то пионер. Теперь без этого нельзя. Нужно нам себе готовить смену. Я вот сколько раз говорил. Пашка, ты обязательно запишись в пионер. Обязательно. Глухое ваше село, тайга, болото. Ни ячейки у вас, ни комсомольцев. Ну ничего, вот. Организуем, укрепим колхоз, вам легче будет. Это верно. Каждое ваше слово на месте. Так мало нам про это изъясняли, ну и сомнений на нас ведь. Жизнь переделать это не штука ведь. Вот куда она пойдет ведь, когда, как будет? Да. Вот надысь вы выступали, оно вроде яснее стало. Ведь у нас что болтает? Будто все у нас заберут. Никакой живности не оставят. Последнюю курицу отберут. Вот уж действительно глухой угол. Справедливо ваше слово, товарищ начальник. Глухое наше село. Всего боимся. Не бояться надо, Трофим Сергеевич, а работать крепко. Кто ж боится? Кто противится? А кто боится? Кто противится? Кулаков у вас много? Кулаков нету. Кулаков? Кулаков-то нету. Ну как же нет кулаков? Кулаки есть. Бородин, Симбирцев, Сосин, Степанов, да наберется немало. И Трофим Сергеевич, как председатель всех их должен знать. Черт-то знает, кулак сейчас прячет свое лицо. На словах он совсем согласен, постель мягкую сделит. А на деле ножом в спину готов ударить. Ты, брат, держи ухо востро. Ты их всех должен знать. Совершенно справедливо. Держи, Трофим, ухо востро. Вот, так ты и начни, наконец, энергично действовать, чтобы организовать и укрепить колхоз. Колхоз! Колхоз надо! А ты что, дед, головой мотаешь? Что, не согласен с нами? Не согласен. В колхозе жить, голодному быть.
Мой папаня старого уставу ничего нового сразу не принимает. А я так за колхоз. А ты, Паша, за колхоз? За колхоз. А ты, Алёш? Ага. Видишь, нет, все за колхоз, один ты против. У внучка моего еще молоко на губах не обсохло. Отлупцевать его хорошенько, только он не будет про такие дела говорить. Тоже мне колхозник выискал. Но, дед, кончились такие времена, чтоб детей лупцевать. И откуда у тебя такие повадки? С царской службы, что ли? Нет, я со смоленства к земле приучен, хлеборобом. Да какой же ты к дьяволу хлебороб, ежели на свое кровное дело вороньем каркаешь? Или в четырех избиных углах решил отсидеться? Мучного червя в подполье вывести? Ну-ну, только смотри, дед, не прогадай. Так вот, Трофим Сергеевич, пойдемте-ка сейчас в сельсовет, потолкуем с активом. Товарищ Жилина, вы пойдемте. До свидания, дед. До свидания. Всего доброго. Друг, дружки, помогают щи хлебать, это верно. А на работе ты поработай, а я полежу. Молот еще учить, товарищ, из центру. Не пришла пора щенку на старого волка лаять. Как же это так? Одно дома, другое при людях. Дед и то лучше. Он прямо говорит, не лжет. Кто? Кто был у отца прошлой ночью? Папане вина принесли и денег. За что ему деньги принесли? Ну, поешь, Палуш? Нет, не хочу. А что? Плохо тебе, да? Нет. Ну что, болит, что ли, больно? Отец! Сынок, наше дело терпеть. Зачем терпеть? Да он отец тебе, дурачок, муж мне, спокон веков заведено, что ты? Теперь, мам, не такое время. Кто был у нас прошлой ночью? Да никого и не было. За что деньги принесли? А ты молчи, сыночек, ты молчи, молчи! Я знаю. С чужого края прислали сюда людей. Они хотят уехать отсюда. Отец дает им бумажки, что они бедняки будто. И едут они с этими бумажками, куда им надо. Беднякам везде дорога. Отец помогает кулакам? Нет, сыночка, а я ведь неграмотная, я ничего и не знаю. Я не знаю ничего, неграмотная. Он документами торгует. Не сболтни кому, Павлик, тогда ведь совсем беда. Пропадем мы. Ложись, мама. Ложись. Ну, ты-то. Я тут, Лена. Я. Трофим вернулся, что ли? Да нет, еще не приходил. Все заседает. Как придет, пришли его к нам. Скажи, дед дожидается. Что, Серый? Не нравится, как бинты пахнут. Сел бы на тебя, и айда крушить кулаков. Занимай! Один ты. Ну, что? Ну, сену-то дать тебе? Да? Что это? Кто это ружье отпилит? Обрезы!
Ты что не спишь? Дед тебя дожидается. Опять? Ребята полегли? Полегли. А Татьяна где? Она в коробнике. Иди сюда. Вот он самый Белоруссии суды загнали. Что, очень опасно? Да какая же опасность, Трофим Сергеевич? Никакой опасности нет. Возьму бумажку и поеду. Россия-то, матушка, велика. Ищи нас, свищи. Уж не откажите, Трофим Сергеевич. Мы вас отблагодарим, добре. Вот вам на первый случай. Ну вот что. Только уговор. Как только документ получишь, чтобы на следующий день тебя в нашем районе не было. А о чем мне задерживаться, Трофим Сергеевич? Возьму бумажку, только бы швидче внехать. Ну, тише ты, ребят разбудишь. Вот тут печать и подпись есть? А что нужно, сам напишешь. Или сходи к Арсению. Арсений напишет. Очень вам благодарен, Трофим Сергеевич. Здравствуйте, Татьяна Семеновна, я на минутку. Как Павлик? Ничего. Ничего? Вот я ему принесла отчасти для приемника. Господи, хоть бы отдохнули немного. Ну вот буду посвободнее, начну вас грамоте учить. Да. Ну, еще благодарствуем, Трофим Сергеевич, не поминайте лихом. Ступай, 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 ступай. Папаня! Ты что? Ты что? Папаня, я все видел, и той ночью, и теперь. Так. Я все слышал, папаня. Так, цепись так меня! Папаня, отдай деньги. Блин? Что? Деньги отдай! Отдай! Меня вырастили! Вот тебе! Отдай ему его! Вы теперь отдайте! Павлик, что с тобой? Что с тобой, Павлик? Молчи, молчи, сынок, молчи, молчи. Да не могу я молчать! Что, он бредит? Ну, конечно, ведь он больной, он совсем больной, он без памяти. Вы идите, идите, мы сами уж идите. Он не в себе, а он... Это неправда, Зоя Александровна. Мой отец, он предатель, он враг советской власти. Что ж ты сделал? Жить-то как будем? Скажут, сын на отца пошел. Он кормил тебя, он поил, Трофим. Трофим, что ж мы наделали-то? Пожалей меня, Трофим, пожалей Петьку. Алешку, мама, пожалей. Батюшки, батюшки. Не надо, мам. Мам, он сейчас продал фальшивые документы. Павлик, ты что-то спутал. Продал. Павлик, ну хорошо, успокойся. Мы завтра все выясним, поговорим с Трофимом Сергеевичем. Где Самсонов? Ну хорошо, завтра все выясним, если правда. Правда. Мальчик-то оказался вызванный. О, отсюда бумажку держит. Как же это? Выходит против уговоров. Есть вещи вне моей компетенции, но мнение защиты я выслушаю. Кем же вы объясните, подсудимый? Что этот документ с вашей подписью, официальной печатью сельсовета, очутился в руках у гражданина, подлежащего административной высылке. Я мог его потерять. Совершенно правильно. Он мог потерять, а кто-нибудь нашел и воспользовался. Вы видели арестованного кулака когда-нибудь раньше? Никогда. Сейчас вижу впервые. Бланки с подписью и печати я заготовил. Это действительно. Чтобы не задерживать граждан. Я хотел, чтобы у нас в сельсовете все делалось быстро. Да,
А оставляли вы такие бланки в сельсовете? Оставлял. Один-два бланка у меня всегда в столе был. А стол запирался? Запирался. Ну, ключ мог кто-нибудь подобрать. Конечно, мог подобрать кто-нибудь. Вопросов к подсудимому больше не имею. Попросите свидетеля Калуканова. Что вы знаете по делу Трофима Морозова? Я знаю, что на него напраслину возвели. Как он есть хороший человек, то врагов у него оказалось много. Наклепали на него, документы продавал. Да где же он продавал документы, когда он всегда был на людях? Его арестовали у вас на квартире. У меня. А что вы делали в момент ареста? Сидели за столом, мирно беседовали. А бутылок много было на столе? Бутылки были. Это верно, но пустые, гражданин судья. И все это напраслино. Меня прямо жалость за сердце берет, когда я вижу, какого человека вы судите. Кротко, тихо, не буя, пальцем никого не тронул. Жену и то никогда не бил. А жену бить надо. Если же говорится так по-нашему, по деревенскому обычаю, люби жену, как душу, тряси ее, как грушу. Ну, да вот он из Татьяны-то всю душу и вытряс. Но где же всю? Жива, здорова Татьяна. Хоть саму ее спросите. Клевета, гражданин судья, истинная клевета. И можно сказать, постоянно с Трофимом вместе был. И никогда никаких преступных дел, ну, взятых там или как его, насчет документов, никогда. Вот у нас есть заслуженный партизан Иван Потупчик. С Колчаком воевал, герой. Вот спросите у него. Так вы по существу ничего сказать не можете? Ничего, кроме хорошего. Ничего, гражданин судья. Скажите, свидетель, вот вы заметили, у Морозова были враги. Кто его враги? Ну, как сказать? Ну, больше кулаки. Как он природный бедняк, то кулаки на него косились. И середняки кое-кто из зависти. Так, а бедняки все за него? Все за него! Ну, свой же брат беспортошник. Да. Ну, как не постоять? Вопрос к свидетелю не имею. А себя вы каким же относите, свидетель? Тоже к беспортошным? Он у нас в середняках чистится. По нынешним временам меня бы давно пора в бедняки перевести. Да, потому как я окончательно разоренный. Ничего у меня не осталось. Все в земле зарыл. Зарывать-то нечего. Все давно прожил. Ничего, батраки скоро опять на работу. Какие батраки? Какие батраки? Было у Петрака 4 батрака, а теперь Петрак сам батрак. У вас были батраки? Ну, я и не помню, когда это было. Полгода как рассчитал. Вот, гражданин судья, вот у нас люди какие. Бедного человека ни за что оклеветать готов. Вот так и Трофима оклеветали, оболгали его. Садитесь, свидетель. Попросите свидетеля Ивана Потупчика. Есть. Потупчик! Тебя! Что вы знаете по делу Трофима Морозова? Да это, как сказать, выходит, ничего не знаю, товарищ судья, кроме хорошего. Это Арсений Иванович повстречал меня на медне и говорит. А кто такой Арсений Иванович? А вот товарищ Кулуканов, вон сидит. Вот, хотя он наш человек известный. Ты, говорит, Потупчик, иди к нам в свидетели. Ты, говорит, хорошо знаешь Трофима Сергеевича.
Значит, хорошо его знаете. Что вы скажете о продаже документов? Вот Арсений Иванович сказал тоже. Ты знаешь, что он не продавал никогда. Что же не продавал? Да ведь это, как говорится, такие дела с глазу на глаз делаются. Вы не должны, свидетель, ничего скрывать от советского суда. Скрывать? Я? Да никогда. И хотя Арсений Иванович и велел мне, говорит то, говорит другое, а я говорю чистую правду. То есть как это велел? Да вообще, говорит. Ведь он у нас всей жизнью правит. Он вроде командира. И при том... Что при том? При том сумление у меня вошло. Верни, говорит, словечко про Пашку Морозова на суде. Скажи, говорит, что он дурачок, болтун. Скажи, что... оболгал отца. Вот. И вообще нам надо, говорит, осрамить Пашку на суде. А зачем нужно осрамить Павла Морозову? Какая польза? Да, вот я говорю, пользы нет. Мальчугар хороший. Позвольте вопрос свидетелю, да-да, товарищ судья. Скажите, свидетель, вы где руку потеряли? А я с Колчаком. Так, значит, вы истинный боец за советскую власть. Вы все видели и все знаете. Ну, положим, не все вижу, но все-таки вижу много. Ну, а Пашу Морозова хорошо знаете? Очень хорошо. Хороший, малый? Замечательный. Ну, шалун и забияка. Весь меня. Нашу же роду. Моей двоюродной сестры сын. Но часто дерется на улице. И бывает, и дерется. А врет иногда. Ну, это как сказать, не замечал, чтобы врал. Вопросов к свидетелю не имею. А это зачем он спросил? Врет ли, Пашка? Тоже стращать хочет? Садитесь, свидетель. Нет, позвольте, почему не думаешь, что врет Пашка? А? Судить по правде, а не облагать человека. Не беспокойтесь, свидетель, мы все разберем. Садитесь. Зачем зря стращать? За что боролись? Чтобы везде была правда. Понятно? Вы свободный свидетель. А сращать не надо. Садись, садись, садись. Садитесь. И облагать не надо. Садитесь. По правде жить. Ну, садитесь. За что боролись? Садись. Занимай территорию. Попросите свидетельницу Татьяну Семеновну Морозову. Есть. Морозова! Татьяна! Морозова, иди! Скажите, свидетельница, вы состоите в родстве с подсудимым? Это муж мой. Что вы скажете о продаже им документов? Я ведь, милок, ничего не знаю. Были такие случаи, когда к нему приходили посторонние люди за документами? Ну как же. Он ведь председателем был, и много всякого народу приходило. А деньги ему давали? А я и не знаю, и ничего не знаю. Ну, а вам он деньги давал? Может быть, вы слышали, что ваш муж продает фальшивые документы? Не знал, я ничего не знаю. Татьяна, Татьяна, ты испугалась, Татьяна. Ты рад, ты видишь? Ты рад, ты видишь? Побеждали меня, давайте послушаем Павлика Морозова. Попросите свидетеля Павла Морозова. Прошу, прошу заслушать особое мнение защиты. Вызов несовершеннолетнего свидетеля Павла Морозова находится в разительном противоречии с законностью. Это рекомендовано выездной сессией следствием и будет оговорено особым определением суда. Морозова! Пашка! Пашка, тебя! Помоги.
Свидетель Морозов, сколько вам лет? 13. Скоро будет 14. Вы родственник подсудимому? Я его сын. Вы знаете, что суду надо говорить только правду? Я буду говорить правду. Вы слышали, что ваш отец продает фальшивые документы? Я видел. Да вы не волнуйтесь, свидетель, не волнуйтесь. Я прямо скажу, как пионер. Мой отец набивал свои карманы деньгами, которые получал от кулаков. Он врет! Его научили! Его подговорили! Папа, я тебе говорил, я просил тебя! Он врет! Его научили, завистники научили, что я председатель и что я честно собираю налог! Но никто меня не учил, я сам! Его научила! Мать научила его! Мать его! Ее мать его научила! Она плакала, просила меня, чтобы я ничего не говорил! И ты это говоришь! Да, и я не буду молчать! Не могу иначе! Разрежу! Разрежу! Пустите меня! Спасибо тебе, внучек. Вот спасибо. Одолжил, разуважил. Уж так разуважил, что голова кругом. И тебе, Татьяна, спасибо! Родила сынка! Глядите, люди добрые! Весь род осрамил этот выродок! Последние времена сына родного отца пожал! Жизнь из корня! Что можно так? Айда, внуки! Айда, Пашка Мороза! Здесь меня, ничего не боится, занимай территорию! Молодец, молодец у тебя, внук дед Сергей, за правду стоит. А Трофиму по делам подвел, ух, как подвел. Да, молодец! Теперь надо подумать, как его благодарить за эту правду. Ну что ты? Что ты, Татьяша? Ну что ты, о чем говоришь, Татьяша? Иди-ка, иди-ка отсюда! Не хочу уходить, не хочу сына похоронить, не хочу с внучком поговорить. Ну-ка скажи, Пашенька, как же мы теперь жить-то будем? Очень хорошо будем жить, дедушка. По правде. По правде? Гляди, как мать убиваешь. Тетяша, опомнись, тетяша. Сына у меня отнял. Да не он отнял, отнял закон. Закон? Закон. Ну-ну. А кто писал его? Тетяша, пойдем, тетяша, пойдем, Зоя. Зоя Александровна, вы ж не пеняйте старикам-то, им сыну жалко. Паш, ты правильно. Ну, мы тоже своей правды не уступим. Посмотрим, тетяша, на кого. Тетяша, ну пойдем отсюда, тетяша. Что ты на меня
Все правильно, Паша. Все верно. Зоя Александровна, в городе увидимся, надо. Ой. Вот ничего, Павлик, так надо было сделать. Вот какие ныне коммунисты стали, а? Пашка коммунист. Правильно, Пашка. Сыночек, а как же жить-то теперь, чем будем? Никто же проходу-то не даст. Ой. А чего, мам? Да ведь чай не в бессудной земле. Ой, да как же жить-то будем, сыночек? Как бессудной? Против мира ни один враг ничего не сделает. Ничего. Как жить-то будем? Не бойся, Пашка, держись за правду до конца. А что? Чего? Пашки нет? Да нет. А что ты запаздывает, а? Да, запаздывает. Поздно мне вонюш за него. А ты садись, милок, сиди с нами, а то уж очень тревожно. Да чего тревожишься, а? Он у тебя какой герой растет, а? Герой. Вот за герой-то и боюсь, милок. А вот после суда над отцом чего-то все на него злобятся. А на медне пошел он вечерком в лес лошадь искать. А какой-то злодей за ним следом. А потом погнался. Пашка на силу убежал. А, ловил? Ловил. А кто же это, а? Не знаю. А на лугу вот у нас все сено развороченное. Кто это озорует? Ты думаешь, люди? А может, лоси обдергали четыре за колючкой, а? Лоси? Ну? Не знаю, Вань, не знаю. Да зря ты тревожишься, Запах. Ведь он у нас нынче герой. Про него все село заговорило. Вот оно и страшно-то. Все село заговорило. Вот ночь идет, а его все нету. Уж не беда ли какая случилась? Какая беда? Какая? Ну, поди, страшно. Страшно на дороге-то. Да не один он там. Лазаревы не приехали. Островский Семен не приехал. Постой. Кто-то шумит у ворот. Да никак. Слава тебе, Господи, Ваня, а муж у него. Ну, гляди. Ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, пионеры. А Паши нету? Нету Паши. Нет. Да нет, ведь еще он не приезжал, ребята. А вы там на дороге-то не слыхали, не едут? Ой, а мой папа уже вернулся. Он говорил, что Паша первый в обозе ехал. Первый? Вот это по-наш. Вот я понимаю. Занимай территорию. Мы его в школе ждали, а его и здесь нет. Пошли. Пойдем туда. Тетя Таня, а? А у Пашко обыск был. Вы не слыхали? Мы пришли Пашке рассказать. Хлеб искали. Нашли два воза ржи, один овчин. Я тебя Пашко не пускал, кричал. Я сам на своем дворе хозяин. Почему ко мне первому? Это как? Пашка коммунист доказал. Что ты, милок? Грозился, мы доберемся до этого Пашки. Ты видал? Ты видал, куда дело-то идет? А ты говоришь, бояться нечего. Да как же это нечего бояться? Вот ночью уж совсем темно, а его нету. Приехал! 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 Пойду помогу распечь лошадь. Здорово, ребята. Паш! Здорово. Ой, а тебя на деревне ругали! Здорово, да ну! Бить грозились. Кто ругал? Чё ты ленинская? Башко, у него обыск был. Он говорит, что это ты доказал. Я? Так на все... Да ну что? Да, кричал на все село. Это Пашка коммунист виноват. Пашка. Нет, подожди. Пошли. Ну вот это хорошо. Пошли. Давай. Я, значит, отвез. Они мне отвез. Красная тряпочка тебе за это дали.
Далее. Дед что ж хлеб не привез? За тряпочку хлеб отвез. Что ты, бабка? Это же знамя, награда. А ты не видишь, старая, четыре за горючкой? Из рук упёт! Ну что вы, маменька, ну что вы, Господь с вами, меня ж не может так бронить. Что вы? Отца! Отца! В тюрьму посадил! Машка, сиделку нашу отдайте новую. Сиделку? Никакой твоей сиделки у нас нет. Дед взял сиделку и не несет. Вот у деда и спрашивай, он тебе шею наломает. Так ты-то, бабка, поздравляешь своего внука. А с чем поздравлять? Хлеб уродил, да и сам отвез. Ладно, Башка, не твой отвез. Будьте, ладно, как придушат-то тебя. Да что ты, бабка, помнишь, что ты говоришь? Что говорю, то говорю, и не тебе меня учить. Молодом, матушка. А мне сказали, что в одном селе одного пионера из ружья убили. Это правда? Правда. Ребята, я тебя проститься пришла. Как? Да, проститься. Приехала бригада по хлебозаготовкам, надо помочь. А сколько тогда? Ну вот я приеду на неделю и проведем. Ну как же мы без вас? Зосан, а можно я проведу без вас завтра? Можно. А ты сможешь? Он сможет, он сможет. Не сможет. Ну хорошо. Хорошо, значит, завтра сбор проведет Павлик. Ребята, ведь я ж проститься пришла. Зоя. Это этот Данил? Да. Ой, ребята, он за мной третий день ходит, просится. Пусть он с нами будет. Да? Конечно, на твоего деда достаточно натерпелся. Ну как, ребят, а? Давай, берем! Ладно, хватит, хватит, ребят. Давайте, показывайте, что у кого нет. Давай, показывайте, ребята. Ну-ка. Вот. Давай. Кто этот чудовный мужичок? Всем известный кулачок. Ага. Садится. Пойдет, Данил? Смачно. Да, ничего, да? Ну, давай, 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 следующий. Что это такое? Ну, что ты написал, а? Написал-то злотный зажим. Ну, чи-чи. Если мы неправильно писать будем, смеяться будут над нами. Разорвите вы эти плакаты, а то вот покалечат вас, вот вы узнаете тогда, мол, все. Мама всего боится. Боится. А что, мама, мы осторожно. Тогда развесим-то. Ночью, конечно. Ну, теперь же. Ох, и бить нас будут. Побьют, не убьют. Пусть только тронут. Я молоток и гвоздь не возьму. Да ты что? Че? Стучать услышат. Конечно. Клеем надо. А кому первому наклеим? Первому? Бородину надо. Правильно. Как говорится? Начать только. Конечно, начнем. Красную тряпку дали за это внуку твоему. Он и твой внучек, не только мой. Я этой дури Татьяне говорила, что ты делаешь? Зачем ему такую волю даешь? Пускай, говорит, он теперь хозяин. Это мой пионеров пугает. Ой, ну вот ты дал, Павлик, что делаешь, а? Сгаинч! Куда ты, убьют тебя, Павлик? Не убьют его! Вот горе-то наше, ну что ж ты будешь делать, да? Разве это страшно? Нет, я не пойду с плакатом. Да ничего, Нинок. А я пойду. Пусть у нас стеклышки разбивают, все равно пойду. Ой, ой, пугает пионера. Пугает. Не в том толк, мамаша, что он свою отдал. А в том толк, что он других заставляет отдать.
района. Кто приедет, не страшно. А тут свои глаза, от них куда скроешься. Вот она, новая советская жизнь. Убить его и вся недолга. Тут, тут, Татьяша, то, что я про это. Наш род, наша и расправа. Ему коммунисты стали дороже отца, дороже деда. Такого и убить не грех. За него 100 грехов простится. Да? Да. А кто? А? Ты про что? Если, к примеру, а Данил? Темно, не догнали. На тот конец убежали. Кулукановские. Павлик. Павлик, Павлик, сюда. Павлик, боюсь я. Боюсь я. Бросьте вы эти свои затеи. Покалечат вас, Павлик. Не покалечат, тетка Раз. Да, мы им так навесим, что они не услышат. Конечно, будем. Идем, ребят. Пошли. Ребят. Собирай, пошли. Скручивай, скручивай. Ну чего, чего, чего? Тетя Таня, не беспокойтесь, мы с оглядкой. С оглядкой. Нет, не пущу я вас, ребята, не пущу. Не пущу я вас. Обождите, я переобуюсь. Куда я переобуюсь? Жди, дядя Арсений. И на вас. Не сегодня, завтра Пашка с милицией укажет. Как не таить, тайник вынюхали. И то, что вы царевый охранник были. Куда, куда, куда ты? Куда ты? Бардину кулаку дом дегтем мазать. Ты что? Шукую. Мазный потупчик будет. Да ты иди, садись, садись. Сюда. Садись, садись. Слухай, Данилка. Садись, садись. Садись, Данилка. Садись, садись к нам. В ногах, по ногах, правда, нет. Поужинай. Успеешь. Поужинай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Один стаканчик можно. Вот. Закуси огурцом. Хороший, хороший тетяша у тебя. Хозяин растет. Правный парень-то. У этого хозяина в хозяйстве ни одной копейки не пропадет. А это верно, похвалиться могу. На старости лет заступа. Это не то, что Пашка. Ведь вот оба. Внуки одни, а какая разница? Данил, все в дом, все в дом. Наживатель настоящий. А другой всех хозяев разорил. Ничего не поделал. Ох-хо-хо-хо-хо. Вот помру я скоро. И бабка помрет. А кому я дом? Я ставлю. Данилки, он мой самый настоящий наследник. Бей, Данилка! А между прочим, может мешаться Пашка и будет половину тягать. Да, это может быть. Да, жеребца возьмет, чалу. Чалу не дам, я его сам выездил. Паша, мало, выездил. Не дам. Пашка все может, к власти идет, пойдет наш Данилка, а по миру босы и голодные, о, смеху. Ну, Данил, ты поди сейчас побудь при них. А угробить тебе, Пашка, это верно. Если меня Пашка угробить хочет, я его сам угроблю.
ты что ж, Пашка, опять за старый принялся? Мало хлеба тебе мало? Не мне мало, государству. Теперь говоришь, что Арсений хлеб скрывает. А дядя Арсений не скрывает? Неужто же я скрываю? Да ты что, войну, что ли, хочешь у нас устраивать? Так вот, я что тебе скажу, Пашка, скрывать не стану. Что? Ежели ты не утихнешь, то я найду на тебе управу. Ты что, дедушка, хочешь меня испугать? Там увидим, чего я хочу. Бери сиделку. Дядя, хлеб добровольно отдайте. А пугайте, не пугайте, я от своего не отступлю. Никогда не отступлю. Видали? Вот оно. Отродье. Морозовское. Ну что ж, Арсений, долго думать нечего. Поздно завтра. Татьяна в Тавду едет. А Пашку надо созвать в тайгу за клюквой. Вот мамаша и зазовет. Мне вести. Жить-то нам надо. Поберем, других неповадно будет. Судьбинушка, знает такая, дурную траву из полевой. А мы с Данилкой. Данилка! Мы с тобой за бабкой пойдем. Отблагодарю. Вовек не забуду. Вовек не забуду. Так вот, это тебе. Тебе тридцатку. На первый раз. А потом осыплю, ежели будет все шито и крыто. Согласен, Данилка, а? Иди от с тобой. Если так, согласен. Вы ведь понимаете, чем был для меня этот мальчик? Эх, брат, я... Прозевал я твоего друга. Надо бы беречь, а я не уберег. Вот искать будем, а найдем. Слушайте, ты идешь, дядь Ваня? Я пойду. Товарищ Потупчик, вы старуху видели, разговаривали с ней. Она ведь что-то знает. Как и не знать. Сама вашу фею в лес отвела. Я спрашиваю, где они? Она, бросили они меня и убежали, а сама в глаза не смотрит. Подозрительно мне эти люди. Арестовать бы ее надо, допросить. Я вам еще вчера говорил об этом. Арестовать? Она и Арсений. Ух, злодей. Выбрали время, когда матери дома не было. Как же я буду маме смотреть сейчас в глаза, Татьяна? Арестовать мы всегда успеем, никуда они от нас не уйдут. Я вчера издали все смотрел. Бабка ходила, ни разу не позвала ребят. Знала, что они отзовутся. Убили, бросили в болото. Матка третий день нет. Ну, это уж где вы были, не были во все уж, если вы живы-то были. Уж явились. Убили и спрятали в чащобу. Тайга любую тайну схоронит. Набегут волки, ни одной косточки не оставят. Вот что, товарищи, надо немедленно собрать народ из соседних деревень. Пойдем по всему лесу цепью с факелами. Пошлем верховых.
село поднялось. Не раз в тайге люди топятся, тонули. А тут на тебе, все всполошились. Чую. Когда знаете, что тогда? Да что ты, что ли, докажешь? Одежку сменили. Постирано. Опять бегут. Кто-то из города приехал. Милиция. Конница. Ну, так я пойду. Пойду. Мамаш, я пойду. Мамаш! Мамаша! Чёрт, не открывай, только никому души! Мамаша, вы одна пойдете, мамаша, вы одна пойдете. Как условились, мамаша. Не дрожи, мил человек, я устаю. Мне две жизни не жить, знала, на что шла. Случись что, так я с изного бы все начал. Убили. Ох, сыночки мои милые, где же вы? Где же вы, мои родные? Откликнитесь. А я бы взяла вас на свои руки белые. Да и понесла бы до дому, как было. Как бывало, носила вас. Откликнитесь, мои детки. Полно тебе, сестрица, найдутся, найдутся. Постой, не как идут, так и есть. Все идут. Нашли, значит, нашли. Они. Где же они? Зоя, а где они, а? Яшка, Алёша, Катя, а где они? Ну где? Успокойтесь. Да нет, я сказала. Паша, Феденька! Успокойтесь, Татьяна Семёновна, пока нет. В какую сторону-то хотите? Вот Яша говорит, дошли до Круглого озера. Клюква там помята. Пашка с Федькой будет. Кожура репы под берез. Уже темнеет, Татьяна Семеновна. Домой пора. Пойдем, Татьяна Семеновна. Пойдемте домой, Татьяна Семеновна. Пойдемте. Нет, я никуда не пойду. Я пойду искать их и всю ночь буду искать. И завтра я буду искать. Я всегда буду их искать. Мам, но ведь уже ночь на дворе, мам. Все равно ничего не увидим. Да что ты, Алешка? Что ты, милок? А ночью-то ведь им еще страшнее. А может, где они сидят? Да и плачут. Да и меня кличут. Я найду их. Найду живых или мертвых! Ой, так, батюшки, дети от малых. Пропали.
пропали мои детушки.